Mehmet. Mehmet. Вот, сегодня мы начинаем наш эфир. На прошлом занятии, в прошлом эфире поступила просьба рассказать об алмазной сутре. Вот. И, в общем, я посчитал нужным рассказать о пользе чтения алмазной сутры, ну, сегодня в течение эфира. Первого эфира я попытаюсь рассказать, некоторые даже истории зачитаю. Вот, из текста, который называется «Польза чтения Ваджатхиятики» или «Алмазной сутры». Вот, это известный текст в монгольском мире. Вот, он был издан в Калмыкии. Небольшими тиражами существовал перевод Сазыкина с айратского языка, с 100 дубичек, видимо. Вот, это востоковед из Санкт-Петербурга, Сазыкин. Вот, он в свое время перевел и монгольскую версию, и айратскую версию. Вот, по великодушному разрешению от Института восточных рукописей, по-моему, Санкт-Петербурга, мы использовали этот перевод Сазыкина на русский язык, с айратского языка. Вот, и издали его вместе с текстом самой Ваджатхиятики на калмыцком и на русском языках. Вот, и польза чтения Ваджатхиятики, ну, в целом, вначале хотелось бы рассказать в целом о традиции, да, Праджнапарамиты, потому что текст Дорджеджо 2 или Алмазная сутра, или же на санскрите Ваджатхиятика Праджнапарамита сутра, относится к классу текстов Пражнапарамит, да, Пражнапарамиты. Вот. На одном из эфиров я говорил, что Будда давал учение не одним днем, да, то есть он давал учение циклами. Вот. И тексты, которые были позже записаны как тексты, учения, которые он давал в среднем цикле, то есть второй, так называемый второй поворот колеса учения, они относятся к текстам как раз от прямого смысла с точки зрения высшей школы Махаянской, философской школы Матхьямики. Считается, что именно второй поворот колеса учения – это сутры прямого смысла, то есть те, которые учат сути, то есть которые нужно понимать, как сказать, которые учат сути пустотности, да? Вот. И сутры или учения Будды, которые относятся к первому повороту колеса учения, либо к третьему повороту колеса учения, они считаются сутрами, которые подлежат толкованию с точки зрения Матхьямики. Вот. И позже, когда то есть сутры Праджнапарамиты Будда, когда он давал, считается, что он их давал в местечке Раджагриха, и это место до сих пор находится в Индии, известно его местонахождение. Вот, есть гора Гридхакута в штате Бихар, недалеко от места, от города Гая. Вот, и на этой горе Будда давал как раз цикл учений по парамитам, да? И считается, что парамиты – это такие тексты, такие учения, вернее, поучения, которые предназначены в первую очередь для практиков Махаяны. Вот, и позже великие классификаторы, такие как Нагарджуна, Асанга, они составили корпус комментариев на эти тексты, в которых раскрывали смысл, как бы, да, изложенный Буддой в этих поучениях. Традиционно считается, что после ухода Будды эти тексты, они, ну, эти учения, вернее, которые он давал, среди людей, они, среди монахов, которые были в основном последователями как раз колесницы Шравакаяны, они не были сильно популярны, и поэтому наги основными слушателями учения считается вот именно Пражнапарамиты от Будды были бодхисаттвы высоких уровней, такие как Манджуши, Авалокитешвара, а также Саммадхабхадра, то есть там есть так называемых 8 близких сыновей. Вот, это, то есть это великие бодхисаттвы, которые достигли 10-й Пхоми. Также в Аджапани, ну, в Аджапани он туда ходит, да, в это число. Вот, и Майтрея,
То есть вот эти великие бодхисаттвы, они считаются, что они являлись главными сосудами этих учений. Вот, и они понимали смысл напрямую, то есть то, чему Будда учил. Вот, и сохранили эти учения для будущих поколений. Вот, они считаются, что собирателями канона Махаяны считаются именно были бодхисаттвы, вот, Майтрея и Манджуши. Вот. Считается, что тексты сами были записаны и унесены в страну нагов, в буддийском как бы, миропонимании или космологии, да, есть такой мир, который называется мир нагов, или существа такие называются, которые называются нагами. Да, это некие полулюди, полузмеи, то есть разумные существа, которые обитают в водной стихии. Вот. И эти существа сохранили, то есть среди нагов тоже, хотя класс живых существ нагов, он относится к миру животных, но тем не менее среди нагов есть существа, которые довольно обладают развитым интеллектом, вот, такие как цари нагов, которые были тоже учениками Будды, получали учение от Будды самого. Вот. Они сохранили эти учения, эти тексты у себя, почитали. И говорят, их носили на своей макушке, то есть там у них есть диадема, то есть у царей нагов, да, и вот они хранили у себя на макушке эти учения про Прапаражнапарамити. И позже, когда пришел уже Нагарджуна в мир, считается, что он отправился в эту страну нагов и принес уже эти тексты снова в мир людей и дал на них пространные комментарии, ну, вот, главный из которых считается Мола Матьяма Какарика, или как ее называют, коренная мудрость, да, как карика по коренной мудрости, то есть совещера по-тибетски. Вот, и комментарии на Мола Матхьяму Какарику, Нагарджуны, ну и также очень много у него других комментариев по Прапаражнапарамити, да, но этот основной считается. На него составили поздние классификаторы, то есть такие, как Чандракирти, такие известные ученые Наланды, они составили свои комментарии. Вот, и позже, уже когда традиция была перенята тибетцами, комментарии вот именно Чандракирти, который безошибочно раскрывает, опять же, смысл Мола Матхьяма Какарики, считается, которая же, в свою очередь, безошибочно раскрывает смысл всей Прапаражнапарамиты, да, вот, и в основном как раз смысл того, что чему парамиты учат напрямую. То есть прямой смысл Прапаражнапарамиты — это пустотность, да, учение о пустоте. Вот. Комментарий Чандракирти, который называется «Матхьямака Аватара», «Видение в Матхьямаку», то есть «Видение в срединный путь». Вот. Он стал популярен уже в более поздней традиции, как безошибочный и наиболее полный комментарий на Мола Матхьяма Какарику. И опять же, Мола Матхьяма Какарика, опять же, комментарий на Прапаражнапарамиту считается. Вот, и поэтому, как бы, в традиции вот уже обучения уже внутри тибетских монастырей, как коренной текст используется именно комментарий Чандракирти. Вот, и на него, конечно, существуют тоже другие комментарии. Комментарии Лама Цонкапа есть, Умагвам Варасель, да, то есть раскрытие замысла Матхьямаки. Вот, то есть это комментарий на видение Матхьямаку Чандракирти, да, это, который составил Лама Цонкапа. И также есть комментарии других тибетских известных ученых на этот комментарий. То есть Прапаражнапарамита изучается именно благодаря комментариям таких ученых, как Нагарджуна и Чандракирти. То есть это считается самый безошибочный комментарий на Прапаражнапарамиту. Вот. И одним из коренных, как бы, основных текстов Прапаражнапарамиты, одним из самых популярных и известных, почитаемых в традиции Махаяны, не только в тибетской традиции, также и в китайской традиции, и традиции Японии, Кореи, то есть чань, да, буддизма. Алмазная сутра считается одной из самых уважаемых и самых как бы распространенных текстов, которые используются в традиции, да. А кайратам же алмазная сутра, она пришла с тибетского, да, была переведена в свое время. Или Зая Пандита Айратский. Вот. И кроме этого, было им переведено очень большое количество текстов, около 200, обычно говорят, называют список, да,
среди которых вот как раз есть перевод Дурджиджи 2. Почему он называется Дурджиджи 2? Потому что это тибетский перевод названия сутры, да? То есть Ваджратхедика – это санскритское название, да? То есть Ваджратхедика Праджнапарамита сутра – это полное название сутры. Вот, Нама Махаяна сутра даже, там, Махаянская сутра Ваджратхедика, да? То есть Ваджратхедика переводится на тибетский язык как Дурджи Чопа. Дурджи – это алмаз или ваджра, чедика – это чопа. Да? Чопа – это значит разрубать, рассекать. Сибирского это слово само переводится. Вот. И монголы, они заимствовали именно тибетское название. Дурджи-джо-2 – это на монгольский лад название тибетское, по сути, Дурджи-чопа. Вот. Дурджи-джо-2 у калмыков стало известно как под этим названием, да, этот текст именно. Именно этот текст стал известен вот как под названием Дурджи-джо-2. Вот. И у калмыков очень популярный этот текст, очень со временем стал. И я объясню, почему. Это мы сами, наверное, поймем, когда мы эту историю пользы чтения, когда мы изучим, сейчас рассмотрим, да, быстрый обзор сделаю я. Вот, и калмыку очень популярен был текст до революции, списки или так переписанные эти тексты, они хранились практически в каждой семье на алтарях. И когда я даже был в Хуруле центральном, ну, до Индии мы очень много старых текстов нам приносили в хору, аршанский хору, вообще тогда большого не было хору. Вот, самый популярный текст, сам больше всех из старых текстов, которые приносили люди, сам больше всех, чаще всего встречался именно вот этот, именно алмазная сутра. Вот, и именно на тибетском языке переписанная, там, золотыми красками, серебряными красками. Вот, разные такие на пергаменте, такие очень красиво написанные, то есть красивый такой почерк, каллиграфия. Вот, и из разных исторических источников я в свое время читал тоже о том, что у калмыков такая традиция существовала переписывать вот этот Джо-2, они просто называют, да, Дурджи-джо-2 имеется в виду, да, Джо-2 вообще после... От некоторых бабушек я слышал такое название, что любой текст, вот такой ксилографический, да, то есть вот, традиционный, в ткань, которая заворачивается, да, они называли джудва, джудув. То есть это уже стало именем нарицательным, это название джудва, потому что о чем это говорит? Говорит о популярности именно этого текста среди калмыков. То есть уже люди думали, что вообще в целом текст называется джудва. Хотя это конкретно название одного из текстов, да? Вот, и, в общем, в свое время я читал, что у калмыков была такая традиция переписывать этот текст, вот, но так как грамотными было очень мало, грамотных было мало в обществе, да, людей, в основном это были духовные люди, то есть монахи, гелюнги. Вот, и среди гелюнгов были специальные, как бы специализировавшиеся люди, которые вот очень хорошо знали письмо, очень красивый почерк имели каллиграфический, да, и вот они занимались профессионально вот, переписыванием этой и других сутр, и других текстов. Среди также популярных текстов были качунапо, такое есть по-тибетски называется, отрезание злых языков или черных языков, типа такой текст, вот мы говорим, Харкилу Тоха, да, по-калмыцки. Вот этот текст как раз он тоже был очень популярен, встречался часто среди старых текстов, которые хору приносит. Вот, и также сутра долгой жизни Будда Митаюса, тоже это очень много встречается, очень старых текстов до революции, которые были переписаны на тибетском языке чаще всего. Вот, и эти три, как бы, самых популярных было текста. Но самый больше всех встречается именно алмазная сутра. Вот, и говорят, что переписчику платили даже коня, то есть это такая была тонкая работа, то есть он должен был безошибочно переписать этот текст красиво, то есть это очень много дней занимала работа, потому что текст, ну, довольно-таки объемный, хотя, ну, на современный стандарт, на современное, как бы, время... Ну, в современное время, кажется, это небольшой текст, да? Но учитывая, что это нужно было каждую букву выводить специальным пером,
И тем более там используются часто краски такие очень дорогие, да, то есть там из серебра, либо из золота изготовленные, да. Поэтому эту краску нужно было экономить, то есть если там где-то ошибку ты сделал на странице, то всю страницу приходилось переписывать по новой, и расход краски был как бы, и поэтому это была такая очень тонкая работа, да, переписывание этого текста. Вот, и поэтому много усилий нужно было приложить переписчику, чтобы вот такой образец получить без ошибок и очень красиво написанный. Вот, и поэтому это вознаграждение большое было, там, говорят, дарили даже коня, потому что из всех животных у калмыков самым ценным это был конь. Вот, говорят, переписчику дарили коня в благодарность за переписанный текст. Вот, и после традиция была такая, что вот хранили дома на алтаре этот текст, периодически читали, там, если сами не могли читать, то просили там каких-то монахов, приглашали, делали им подношения и просили оживить, так называемый, да, эндрюхэ, говорят. Вот, оживить текст, чтобы он не просто так целый год там лежал, да, а вот именно, чтобы он читался, декламировался, да. Вот, такая традиция существовала. И у тибетцев до сих пор она существует, но они не только алмазы, так они считают, у них есть прям собрание разных текстов на алтаре, они дома хранят в семьях тибетских. И раз в год они, как минимум раз в год, они приглашают группу монахов там, потому что текстов много, и чтобы их прочитать, нужно как бы тоже количество монахов там какое-то определенное. Вот, и их прочитывают там в течение 1 или 2 дней после тибетского Нового года, это у нас Цагансар калмыков в это время. То есть у тибетцев это Новый год, и вот в течение этого Цагансара, вот этого месяца первого, да, тибетского, лунного месяца, они стараются сделать это все, то есть чтобы вот эти все тексты у них были прочитаны, продекламированы монахами. Вот, и, видимо, такая же похожая традиция существовала у калмыков, но так как текстов не так много было, и так как калмыки вели кочевой образ жизни, вот, поэтому в основном были короткие, небольшие тексты, вот такие как Алмазная сутра, либо сутра долгой жизни, Будды долгой жизни Амитаяса, либо вот эта сутра отрезание черных языков, да, вот такие небольшие тексты. Вот у монголов в свое время была популярна сутра Алтангиро, сутра золотистого цвета, но она довольно объемная по сравнению с алмазной сутрой, да. Но считается, что в тексте, в этом коротком тексте алмазной сутры содержится вся суть учения Праджнапарамиты, да. Вот и сам Нагарджуна, он когда комментировал Праджнапарамиту, он часто делает цитаты, именно ссылки на этот текст, именно на алмазную сутру, на Ваджрасетхику. Вот, и поэтому это один таких, из таких важных текстов, исторически сложилось так, что для калмыков особенно важным он считается, да, и не только у калмыков, у всех буддистов Махаяны, это один из почитаемых, самых почитаемых и распространенных текстов в китайской традиции. Его тоже было принято переписывать и считается, что одним из самых первых, по-моему, вторым сейчас считается, да, датированных, точно датированных печатных текстов в мире вообще, в истории человечества, это был как раз текст на китайский перевод, по-моему, Кумарадживы, на китайский язык именно этой сутры, то есть Ваджрасетхики. Это было в 868 году, по-моему, напечатано, вернее, там специально изготавливались литеры, то есть эти для китайских иероглифов, да, печатные такие матрицы, вот, и каждый иероглиф, он отпечатывался по отдельности, я так понимаю. Это тоже очень такой труд был, потому что каждую литеру, ее из глины нужно было изготавливать, по-моему, они из глины делали. Вот, и чтобы несколько экземпляров можно было сразу напечатать, то есть это первое печатание было применено в Китае, еще до того, как европейцы открыли для себя этот способ, да. Вот, и китайцы вот как раз они впервые напечатали вот эту сутру, то есть из сохранившихся до настоящего времени, по-моему, в Лондоне в музее хранится этот текст, который был таким каким-то востоковедным английским, выкуплен в Китае в свое время, и этот текст считается одним, ну, до последнего времени считался первым, самым старым текстом известным до настоящего времени сохранившимся, который был печатным образом, ну, как создан, да. Вот, такая история большая есть. Вот. И, собственно, как у монголов эта сутра распространялась. В общем, есть цикл рассказов. Я бы не назвал это сутрой, хотя в названии написано, что это сутра. На самом деле это сборник разных легенд или рассказов о пользе чтения этой сутры, именно в Ваджрасетхике. Вот. И в разных изданиях существует разное количество этих историй.
То есть, я так понимаю, был переведен в свое время на монгольский язык этот текст тибетского. И эти истории, скорее всего, они именно возникали у тибетцев в первую очередь, потому что там разные, ну и индийские какие-то истории есть там по отдельности, да, это как-то они дошли. Очень сложно определить источники, откуда они взяты, эти истории. Но вот я знаю, что есть тибетские тексты, я все время читал на тибетском языке, 15 историй есть о пользе чтения уже тхелики, да, они даже до сих пор среди тибетцев издаются, эти истории, сборники этих историй, и их там 15. В монгольской версии Сазыкин говорит, что там есть версия, в которой 22 истории, то есть 7 добавлено уже в монгольском варианте, потому что в тибетском они не встречаются. Вот, и эти истории, они как бы показывают как раз пользу чтения, огромную пользу от чтения этой сутры, потому что традиция считается, что Праджнапарамита – это учение, которое учит отсутствие самобытия, да, то есть мы говорим пустоте, шуньята на санскрите. То есть считается, что класс учений Праджнапарамиты, он в первую очередь учит именно пустотности. И считается традицией Махаяны, что это главная суть того, чему Будда учил в принципе, потому что без понимания пустоты невозможно освободиться из сансары, невозможно достичь освобождения. Вот. И с точки зрения, опять же, Матхьяммака Прасангики, считается, что даже просто состояние архата, чтобы достичь даже колесницы шараваков, то есть это не махаянская, да, практика, все равно нужно достичь постижения пустоты. Потому что даже просто омрачение уничтожить, не то, что состояние Будды достичь, а даже просто омрачение уничтожить, стать архатом хинаяны, да, необходимо все равно постигать пустоту. И это воззрение как бы для Матхьяммака Прасангики, как бы, который считается высшей школой в тибетской традиции, ну не тибетской, а вообще махаянской традиции, да, в целом философской, вот, считается высшей школой, как бы, да, сам, основоположником, который является именно Нагарджуна. Вот, хотя, конечно, тоже есть китайские традиции, которые считают, ну, больше тяготеют они к читаматре, то есть школа, только ума, так называемая, да, философская школа. Вот, это тоже махаянская школа, и их воззрение, многие китайские школы, они тяготеют к читаматре больше, да, может, они считают, что читаматре это высшая школа, но в традиции тибетской считается, что самое высшее это по воззрениям, и самое правильно понимающее смысл этих праджнапарамиты, ну, сутр по праджнапарамите, или вообще в целом замысла, да, чему Будда учил, считается школа Матхьяммака Прасангика. Вот, и с точки зрения Матхьяммака Прасангики, для того, чтобы просто достичь освобождения от сансары, не только состояния Будды, а даже просто элементарное освобождение, да, это считается, что обязательно нужно постичь пустоту. Вот, а для постижения пустоты как раз существуют эти сутры, которые учат ей, да, и считается... Мы тоже, я в одном из эфиров говорил, что есть три корзины, так называемые, да, три питака. То есть три свода учения Будды, которые специализируются, то есть у них есть определенное назначение каждого свода, да, то, чему они учат. Вот. И корзина, так называемая сутр, то есть сутра питака, она учит главным образом медитации. Вот. И поэтому нужно понимать, что тексты по Праджнапарамита сутрам, да, которые относятся к классу Праджнапарамиты, сутры, праджнапарамиты, они учат в первую очередь именно медитации на пустотность. Вот, и поэтому, может, иногда, когда мы встречаемся разные, там, с разным текстом, с Враджатхелики тоже есть там несколько повторений, да, но это не так много, как, допустим, в текстах вот 8000 есть, да, Ашатасахасрика сутра, праджнапарамита сутра, то есть 8000 парамита, состоящая из 8000 строф. Вот, и в этой сутре очень много повторений. То есть говорится там, ну, что это отсутствие самобытия, то у того отсутствие самобытия и так далее. Там 5 сканд каждый по отдельности перечисляется, потом там сферы разные по отдельности перечисляются и так далее. Да? Для чего это делается? Для того, чтобы когда йогин созерцает пустотность, чтобы он, прочитывая каждую эту строфу, да, этот текст, он мог в уме продумывать вот это вот значение этого слова. То есть, если он медитирует, допустим, его ум свыкается с пониманием пустоты, то на отдельном каждом объекте, по отношению к каждому отдельному объекту, описанному в этом тексте, он работает. То есть, по отношению к каждому объекту, с осознанием пустоты каждого из этих перечисленных объектов. И поэтому очень много таких повторений, очень много перечислений, потому что это как бы инструкция,
скажем, или как правильно сказать, последовательно пошаговая инструкция для медитации на пустоту. Вот, и Амазна Сутра то же самое, то есть, но Амазна Сутра, она считается более короткой, и она считается предназначена для существ с высшими умственными способностями, потому что чем короче текст, тем сложнее его понимать, потому что там как бы очень сложно все описано, и в таком кратком содержании ну, правильное понимание достичь очень сложно, когда текст очень короткий, сжато, тезисно все изложено, поэтому чем короче текст, тем считается нужны высшие умственные способности, чтобы его правильно понимать. И чем более широко он расписан, прокомментирован, как бы, да, самим Буддой там в разных учениях, считается, что это для людей с меньшими умственными способностями по отношению с тем, который короткий текст. И из текста Праджнапарамиты одним из самых коротких, или даже самым коротким считается Сутра Сердца Праджнапарамиты, Праджнапарамиты Хридая Сутра, да. Это у нас тоже в Калмыкии издавалось на калмыцком языке. Мы издавали, да, центральный хуру. Вот. И эти сутры, они существуют на калмыцком языке. Алтангира тоже издавалась в свое время, но ее сейчас надо переиздать. Вот, тоже мы надеемся, переиздадим. Вот. И вот такие тексты, они, в принципе, Зая Пандита, он основные, самые нужные тексты, он перевел на тодобичек в свое время, да, на калмыцкий язык. Вот. И также переводы эти тексты сейчас в настоящее время существуют на русском языке, на многие европейские языки переведены, на английском существует однозначно, на каких-то основных европейских, скорее всего, языках тоже существует. Поэтому сейчас нет проблем как бы, да, с изучением этих текстов. Вот. И сейчас сложнее, конечно, найти хорошие комментарии на эти тексты, чтобы правильно понимать значение этих текстов, да. Вот, и, как я говорил, есть вот эти тексты, которые комментируют воззрение матхиамиков, да, то есть понимание матхиамиков, вообще учение о пустоте, с точки зрения матхиамики. Вот, и вот самым таким основным, тоже он перейдет на русский язык, введение матхиамику Чандракирти, вот, и на него другие комментарии тоже, возможно, существуют переводы на русский язык, если кому интересно, вы можете тоже, ну, подробно попробовать изучать эти комментарии. Потому что если мы размышляем о смысле пустоты, если мы размышляем, пытаемся понять значение этих сутр, то это считается, как из текста самой сутры следует, что это огромный источник, очень, ну, такой сильный источник больших накоплений, больших благих заслуг, буин, да? Даже просто без понимания, если человек с уважением, с правильной мотивацией читает этот текст благоговейно, почтительно, да, то даже просто запоминая слова этого текста, да, этой сутры, либо просто читая его, да, произнося вслух и так далее, считается, что накапливаются огромные заслуги, как в самом тексте говорится, что если все миры, мириады миров наполнить там драгоценностями, еще недолгих кальп подносить Буддам, то есть вот это богатство, да, в течение долгого времени, миллионов-миллионов лет, заслуга просто от одного чтения одной строфы из этого текста, она больше, чем миллионы лет делать подношение Буддам драгоценностями в течение, которые наполняют всю Вселенную, да, то есть вот такое сравнение приводится с самим Буддой. То есть почему так говорится? Потому что пустота, если мы даже просто задумаемся о пустоте, что это такое, да, то у нас появляется причина понимания пустоты. А если мы понимаем пустоту, если мы взрастим такую мудрость понимания пустоты, это и есть противоядие против изначального неведения, которое создает сансару. Да? То есть мы говорим, причина всех страданий – это изначальное неведение. И это неведение, оно разрушается как раз мудростью, понимающей пустоту, вот, понимающей реальность. Да? Действительно, мы говорим, что высшая реальность – это как раз отсутствие самобытия явлений, абсолютная истина, так называемая, да, и как раз понимание этой абсолютной истины и учит сутры Праджнапарамиты. Поэтому говорится, что даже просто чтение или размышление там о строфе из текста Праджнапарамиты очищает очень много негативной кармы, накопленной в прошлом, и становится причиной накопления больших заслуг, вот, несравнимых заслуг, вот, и поэтому
о пользе чтения тоже. Поэтому из этого, если мы это понимаем, тогда эти истории о пользе чтения в Аджатхедике, да, которые мы сейчас будем рассматривать, они не вызывают такого удивления, потому что на самом деле такие последствия возможны, которые описаны в этих историях. Да? Вот. Ну, не будем терять время, давайте перейдем к рассмотрению, как бы обзору вот этой пользы чтения Аджатхедики. Я сейчас попробую на экран вывести текст. Так, минуточку. Так. Сейчас еще. Так, у меня стойка такая. Ну вот, виден текст. Вот камера. Вот. Вот этот текст мы издали в 2013 году. Переиздали, вернее. Текст самой сутры, он был переведен с Тодоби Чека на современный калмыцкий язык Андреем Васильевичем Бадмаевым, известным ученым калмыцким, можно сказать, человеком, который популяризировал Тодоби Чек в современном калмыцком обществе, да. Большую заслугу имеет он в этом деле. Вот. И он очень много текстов переложил с Тодоби Чек на современный калмыцкий язык. И вот среди этих текстов также текст Аджатхедики, да, который был в свое время переведен Зая Пандитой. Вот. И текст Аджатхедики, он был издан на калмыцком языке, на современном калмыцком языке. Он был издан в 93-м году, если не ошибаюсь. Вот. Но в том издании была некая ошибка, закралась ошибка, но это не была вина, в этом не было вины Андрея Васильевича, потому что он, тот текст, который он использовал, в нем была ошибка, там был нарушен порядок, то есть, видимо, монах или кто там переписывал этот текст в свое время, да, на тот обычек, у него были перепутаны листы, вот, и там порядок был нарушен, потому что я сравнивал когда с тибетским языком, с тибетским исходником, да, то заметил вот это нарушение порядка. Вот, и потом еще какие-то мы разные тексты использовали, то есть, и в русском переводе санскрита, который сделал Андрей, как его зовут, Андросов, Андрей Павлович, не помню уже имя, извиняюсь. Вот, Андросов, профессор Андросов, он перевел санскрита текст сутры, и у него такой же порядок, как в тибетском, да, а именно калмыцкий перевод, который использовал, тот текст, который использовал Андрей Васильевич, в нем был нарушен порядок. Поэтому мы решили снова переиздать этот текст и поправили порядок. Вот, и издали также, включили в издание пользу чтения в Аджатхедике, Прагьнапарамита Сутры, да, текст на калмыцком и на русском языках. То есть в новом издании, вот в нашем издании, да, которое вы сейчас видите, используется как бы калмыцкий перевод Андрея Васильевича, да, на современный калмыцкий язык самой сутры и перевод на современный калмыцкий Тодоби Чек тоже пользу чтения в Аджатхедике, да, 15 историй, версия которой 15 историй, да. Вот, и также русский перевод Андросова и Сазыкина с айратского языка. То есть Андросов перевел Мазну сутру саму, собственно, да, с тех самой сутры с санскрита. Вот, он ее издавал тоже в 90-х годах еще. То есть в 93-м году в том издании, которое было самым первым, в нем также использовался перевод Андросова. В 2013-м, когда мы издавали, мы попросили профессора Андросова, чтобы он нам составил, ну, то есть он попросил использовать новый текст. То есть он нам разрешил использовать свой текст для нашего издания, да, перевод, текстового перевода, но он внес туда кое-какие поправки и снабдил колофоном, то есть у него дополнительные там примечания есть. Он попросил обязательно это все примечания включить в издание, что мы и сделали. Этот очень объемный текст благодаря этому стал.
Вот. Поэтому здесь, как бы, в этом тексте присутствует сам текст сутры на калмыцком и на русских языках, и присутствует польза чтения, то есть 15 историй о пользе чтения Ваджатхидики на калмыцком и на русских языках. Вот. Он продается, этот текст, я не знаю, сейчас он остался еще или нет от издания, да, он продается в Центральном Хуруле. Но если у вас нет возможности, особенно сейчас, то мы постараемся выложить в электронном форме, да, если он, возможно, уже есть в интернете где-то, может, и вы сами можете найти, да. Но если будут какие-то проблемы, мы постараемся на официальных страницах Хуру в соцсетях выложить в PDF формате. Нужно всех, сейчас есть электронное устройство для чтения текстов, да, в любом смартфоне можно открыть этот текст и читать. Вот. И когда будет у вас возможность приобрести печатный, возможно, текст, то вы можете его себе приобрести в магазине Сарайан Хуру, либо в магазине, других магазинах тоже у нас продаются, разных книжных магазинах тоже, по-моему, должны продаваться эти тексты. Вот. Вот. Ну и приступим, да, к обзору. В общем, здесь есть сам текст на калмыцком языке сначала идет, да, то есть «Хутыкты бильгин чинды кюрсин тасов чего черки мяхай кэкэрина судр». То есть это сутра Ваджатхидика Прагнапарамита, да, на калмыцком языке. Вот, и здесь в начале такая традиция была у монгольских переводчиков, в том числе и у заяпандиты. То есть сначала приводилось санскритское название текста, да, «Ария Ваджатхидика Намапражняпарамита Махаяна Сутра». Потом на тибетском языке, так как это был перевод с тибетского языка, да, Пакпаши Равки, Паратучимбе, Дурджи, Чопаши Джава, Ты Пачимбуду. Вот. И Мавунки Ленде, это на иранском языке, Хутухты Бельгинчин Декюрсин, Тасавчу, Черки Мехайка, Кыргана Судар. Вот. Ну, сам текст мы не будем читать, потому что времени очень много займет. Вот. Далее идет Ачтусин Зюркин Тель Рошов, да, это на иранском языке назывался как бы текст о пользе чтения Ваджатхидики, да, Дурджи Джодвин Ачтусин Зюркин Тель Рошов, это на калмыцком языке. Вот, далее, собственно, русский перевод. Здесь также есть комментарий как бы Андрея Васильевича на перевод, да, с оттуда бичек, на современном калмыцком, как он перевожу этот текст. Вот. Андрей Васильевич, к сожалению, он ушел из жизни в этом году. Вот. Но светлая память ему, конечно, он очень много сделал для сохранения калмыцкого наследия, именно калмыцкой литературы, на тудабичек в свое время. Вот. И я думаю, что благодаря его отверженному труду, который он всю жизнь практически посвятил, да, этой работе, вот, мы сейчас имеем возможность изучать эти тексты на калмыцком языке, современном калмыцком языке. Вот. Я думаю, этим он накопил очень большие благие заслуги, и благодаря чему, надеюсь, что переродился в очень хорошем месте. Вот. Возможно, человеком снова родился, будем надеяться. Вот. Алмазная сутра, далее следует русский текст, русский перевод, это вот Андросова перевод, да? Он перевел название сутры, да, сутра о совершенной мудрости, рассекающей тьму универсала, как удар молнии. Но слово ваджра, санскрита, имеет переводится по-разному. То есть, как алмаз можно переводить, да, дурже с тибетского слова. Дурже, он имеет значение тоже несколько слов. Но также ваджра называется скипетр божества Индры, ну, в индийской культуре, да, такой есть термин ваджра. Это скипетр, который представляет себе пучок молний. Вот. И буддийская традиция ваджаяны, она переняла вот эту значение этого слова ваджа, то есть когда мы говорим, что, ну, когда, допустим, какие-то ритуалы проводятся, часто вы, может быть, видели в хуруле, да, используется такой вот металлический предмет, скипетр некий, да, такой небольшой, и колокольчик тоже с навершием таким. Вот это вот как раз форма этого скипетра символизирует собой там 4 окончания, бывает 6, 8, там разное количество. Вот, пучок молний, собранный воедино, да, и вот это ваджра, так называемый пучок молний, вот, как раз он, здесь, видимо, Андросов, он переводит как раз в этом значении, название сутры, то есть рассекающий тьму универсала, как удар молнии, то есть ваджра, чедика, да, то есть рассекающий ваджи, да, ваджри, то есть пучком молнии. Вот, и это имеет, такое название тоже имеет смысл быть, потому что само значение слова
Ваджачедика, да, разные комментаторы по-разному комментируются. В комментарии к Камалашилы я на тибетском языке читал, он комментирует так, что тибетское слово, да, дождичуба, то есть значение алмаза он сначала говорит, то есть рассекающий алмаз. Что значит рассекающий алмаз? Почему так сутра называется, да? Он говорит, что сравнивается вот этот алмаз, потому что алмаз, он в природе считается, ну, в индийской, по крайней мере, традиции, считался самым твердым веществом в мире, да? Вот, и вот эти мелкие крошка алмазная, да? Ее очень сложно еще разрушить дальше. То есть, если крупный алмаз, его можно разрушить как-то, да, там, приспособиться. Но вот мелкую крошку, ее раздробить еще сложнее. Вот, и поэтому сравнивается неведение, то есть неведение по отношению к реальности, которое мешает нам достичь состояния Будды, препятствия, как называем, завесы к всеведению, да, завесы, как называется. То есть есть неведение как омрачение, и есть неведение, не связанное с омрачениями, то есть просто как бы завесы к познанию, да, так называемые, аварана, как оно называется, не помню название на санскрите. В общем, вот эти завесы к познанию, которые препятствуют достижению состояния Будды, они, их очень сложно разрушить. Если просто омрачение можно разрушить, да, там, развив понимание пустоты, но вот эти мелкие, как бы, крошки алмаза, да, подобные этим мелким крошкам алмаза, эти завесы к познанию, их сложно разрушить. Но эта сутра, она может разрушить, рассекает эти крошки алмаза, да, подобные рассекающему эти крошки алмаза, то есть такое значение имеет. То есть вот эта сутра, она рассеивает мрак невежества, даже тончайшее вот это невежество, невидение, да, которое препятствует достижению состояния Будды, завесы к познанию, рассекает, поэтому она называется ваджатедика, то есть рассекающая даже крошки, ну вот это алмаз, даже рассекающий алмаз, да, тьму неведения. Вот. И также есть значение еще, что ваджа, то есть сравнивается опять Камалашила, сравнивает название, то есть он говорит, что сутра Парнапарамиты, то есть там он интерпретирует, как вот 10 пхуми бодхисаттв есть там, то есть первая пхуми, она очень быстро проходит, и последняя там уже подобная ваджа, алмазное сосредоточение, название такое есть, которое предшествует достижению состояния Будды, она тоже очень мало длится. И он говорит, что вот подобно, то есть как ваджа, она расширяется, то есть из тонкого расширяется в середине и снова заканчивается очень тонким концом. Вот. То же самое и путь бодхисаттвы, да, святого бодхисаттвы, он начинается с короткого вот этого вот первой пхуми и достигается на десятой пхуми, он тоже короткое, как бы вот это важное сосредоточение. То есть тоже вначале тонкое, потом шире, расширяется, и потом сужается опять к концу. То есть такую же форму ваджа имеет, да, сам путь. Вот, и поэтому он сравнивает, такое двойное сравнение, он с двух, ну, таких, два таких объяснения дает название этой сутры. Вот, здесь же Андроса, вот он использует как раз вот это сравнение с молнией, которая рассекает тьму невежества, да, то есть название сутры. Вот, ваджатедика. Вот, саму сутру тут мы тоже не будем читать, мы будем сейчас рассматривать пользу чтения. Вот, вот так сутра сама заканчивается, там есть в конце мантра. Ваджатхидики. Вот. И, собственно, польза чтения Ваджатхидики сутры. Здесь 15 историй, да, как я говорил. Но, опять же, все мы не будем рассматривать, мы несколько рассмотрим. Вот. Есть объемные довольно-таки, да, истории, а есть такие короткие. Вот. Есть вот такая... То есть там разные случаи. То есть что из себя представляют эти истории? В этих историях приводятся примеры, какую пользу можно получить от чтения этой сутры, да? И разные истории, возможно, реально случившиеся, да, в жизни. Вот, ну, конечно, может показаться некоторым это на мифы похоже, потому что там такие мифические довольно-таки вещи присутствуют, да, там злой дух вредил, там еще что-то. Но если, опять же, человек в это верит, то почему бы нет, да? Вот, если веришь, что не все, что существует, мы можем глазами видеть и руками пощупать, да? Что могут быть существа, которые мы можем не видеть просто элементарно. Вот, есть вот первая история, это глава первая, о пользе Ваджатхидика Праджнапарамита Сутры, о том, как монах продлил свою жизнь. Вот.
И вот следующая, вторая история посвящена как раз тому, как монах Банди, да, здесь на монгольском, да, молодой монах, то есть который получил начальное монашеское посвящение, это на санскрите называется шамана, то есть это который соблюдает 36 начальных обетов, да, вот, он, читая ваджасетику, смог усмирить свирепого божество, которое вредил, ну, как дух, скажем, вредный дух, который вредил живым существам. Вот. Также на основе вот такого похожих историй есть в самой восьмитысячной Пражнапарамите история о том, как Хурмуста, да, это Индра, то есть владыка богов Индра, был очень сильный демон какой-то в то время, который мог даже богам вредить. Понимаете, насколько вот может быть такое, да, сила у демона, какое-то зло, такая сущность, да, которая вот, ну, омрачена очень сильно, и которая обладает большими силами. И вот Индра, увидев этого демона, Индра, божество, да, в индуизме очень популярно, да, Индра, он увидев этого демона, испугался и начал вспоминать смысл учения, которое Будда ему давал в свое время. Он тоже там в буддизме считается, что даже такие мирские божества, как Индра, Шива, там, Индра, точно, да, Брахма, там, такие, они были учениками Будды, Шакьямуни, они слушали у него учения. И вот Индра стал вспоминать, какие учения давал ему Будда, и вспомнил вот как раз наставление в Прожнапарамите. И благодаря этому этот демон не смог ему никакого вреда причинить. Вот, об этой пользе как раз и говорится в самой восьмитысячной сутре Прожнапарамите. Такая история рассказывается. Вот, и благодаря этому, то есть то, что чтение Прожнапарамиты или просто даже размышление о смысле ее, да, вот, помогает как раз избавиться от влияния вот таких вредных сущностей, да, таких подобных. Вот, и здесь то же самое история похожая, да, то, что о том, как молодой монах усмирил свирепого тенгри, то есть там был такой тенгри, который поселился там в заброшенном здании и убивал там всех, кто туда придет. Вот, и даже там какой-то очень брахман был сильный, там йогин, который хотел его усмирить, он его тоже умертвил. А этот монах молодой, он просто всегда читал Прожнапарамиту, и этот тенгри не смог ему причинить никакого вреда. Вот, и также на этом, опять же, на таком понимании построен ритуал. Есть такой Шивнин Дудок, это у нас в Хуроле читает по праздникам, на Загансар делает этот ритуал. Шивнин Дудок это на тибетском названии, да, то есть... ритуал, который построен как раз на начитывании сутры сердца Прожнапарамиты много раз и большим количеством монахов, насколько возможно. Вот. И сила вот этого начитывания, то есть это благозаслуга, отвращается все вот эти дурные влияния, там четыре вида мар существуют, да. Мары это вот как раз зловредные как бы, духи считаются, да. И вот как раз отвращает влияние этих мар с помощью этих чтений Прожнапарамиты. Вот, такой целый ритуал существует. Его Хурули на центральном регулярно делает. Вот, это опять же основывается вот как раз на вот эти комментарии сутр разных, да, в которых говорится, что чтение Прожнапарамиты тоже в этом плане очень может помочь. То есть избавиться от таких дурных влияний разных. Вот. Также следующая история, третья глава о пользе Ваджасхедика Прожнапарамита сутры о том, как Гелюнг Дармагарбха избавился от тяжелой болезни и возвратился в стране всеобщей радости. То есть чтение Прожнапарамиты, сутры, помогло этому монаху избавиться от болезни. То есть предыдущий избавился от влияния злых духов, второй избавился от болезней. Вначале там первая история была, продлил себе жизнь, да? То есть вот такие благие последствия есть от чтения сутры. Вот. Потом, как избавился от перерождения как бы, в аду, избежал кипящего, то есть мирянин избежал кипящего медного озера в аду. Эта история такая есть, да? Вот, следующая, пятая глава, о том, как монах, избавившись от сомнений, избежал ада. То есть там история об одном монахе, который сомневался в буддийских каких-то истинах. Вот, и... Он пережил клиническую смерть, так называемую, современным языком сказали бы, да? И вот он воочию сам увидел то, что его может ожидать после смерти, какие он может страдания испытывать. И когда он вернулся снова уже как бы, в обычное состояние,
он начал изучать именно Праджнапарамит сутру, уже седику, да. Вот, и с помощью этого избавился он от сомнений и избежал перерождения в дурной участи. Вот, следующая шестая глава о том, как чиновник избежал наказания хана. Но это даже для таких мирских дел, якобы считается, что сутра, даже при чтении Праджнапарамит помогает накопить, во-первых, благие заслуги. И благодаря этим благим заслугам, вот у нас говорят там, тибетцы это говорят, лунгта. Лунгта это значит конь ветра, да, у нас говорят кюмерн. Кюмерн для чего, это что означает? Это удача. То есть, если у тебя есть удача, если у тебя есть кюмерн, тогда тебе будут по жизни вести. А это от чего зависит? Зависит от твоих благих заслуг. То есть, человек, который обладает благими заслугами, у него все легко получается, ему сопутствует удача. И наоборот, человек, у которого нет благих заслуг, ну, даже в мирских делах, да, в течение этой даже короткой жизни, достижение каких-то дел или целей своих, во многом зависит от, как раз обладает этот человек пунья, да, пунья на санскрите, это благие заслуги. А на калмыцком языке буин, говорят, да, если буин не хватает, говорят, да, там чего-то сделать, чего-то достичь. Вот как раз чтение Праджнапарамиты дает очень сильный буин. То есть, ну, большие заслуги накапливаются. Поэтому говорится, что и даже на мирские дела это может влиять, как в этом случае, да, в этой истории, о том, как чиновник избежал наказания хана тем, что он читал просто сутру Праджнапарамиты, вот, ваджатедику. Вот, но в 7 главе речь идет о том, как старуха возродилась в стране Сухавати. Сухавати – это чистая земля Будды Амитабхи, то есть рай, можно сказать, да, Будды Амитабхи. У калмыков тоже очень известен был этот рай. И были даже такие храмы, где вот роспись была, вот был расписан храм вот этого Сухавади, да, назывался «Чистая земля». Вот, считается, что там переродиться – это очень большая удача в следующей жизни. И считается, что если там переродился, то уже дурную участь уже не переродишься никогда. Ну, само, как сказать, сила кармы. Единственное, что если ты захочешь помочь живым существам, там в аду или в мире голодных духов, да, ты можешь сознательно уже будучи бодхисаттвой туда пойти, чтобы помогать там живым существам. Вот. Поэтому Сухавати считается такое место, куда очень все желают переродиться, да. Вот. И как бабушка там читала эту сутру и переродилась Сухавати. Вот. Следующая история, мне кажется, это очень популярного была у калмыков в свое время. Почему? Потому что здесь рассказывается об охотнике, который очень много животных убивал. Вот, но только единственной заслугой, которую он в жизни сделал, это он переписал эту ваджатедику. Он услышал о пользе тоже переписывания этого текста, и когда-то он там при жизни переписал этот текст, да. Вот, и после смерти, когда он попал в так называемый суд посмертный, да, то есть перед Эрликономиханом, это Ямараджа, да, буддийское представление считается, что есть некая сущность такая, которая... живого существа, которое он так видит, то есть это проекция сознания. Допустим, когда человек умирает, он находится вот в промежуточном состоянии, у него начинаются какие-то видения. Вот. И все зависит, опять же, от кармы самого живого существа. Да? То есть, если у него карма там видеть именно Ямараджу, такой гневный какой-то облик, такой, да, там жуткий такой облик, там большими клыками и так далее, да, то он будет видеть именно такое. То есть, если у него представление о посмертном состоянии именно такое, то он и такое и будет видеть. Если там у него представление, там, скажем, архангел Михаил увидеть, он будет архангел Михаил видеть там, да, что он его там сбрасывает там в ад и так далее, да, то не пускает ворота в рай и так далее. Ну, вот такие образы, то есть зависит от представления самого человека, но суть одна и та же, то есть в разных верованиях может быть там какой-то другой страж там быть, да, или там судья
посмертных, посмертные, да, которые взвешивают ваши поступки в течение жизни, которые совершали. Но суть одна и та же, что тебя справедливо, как бы, согласно с твоими деяниями, определяет в новое рождение, там, в аду, либо в раю, там, еще где-то, да. Вот. И поэтому здесь в буддийском, как представлении, есть такой Ямараджа, так называемый, владыка. Он считается, его место, его дворец находится в мире претов, в мире голодных духов. Вот, металлический дворец. И вот в этот дворец попадают все, которые умирают в промежуточном состоянии. И вот они попадают на суд этого Ямараджа, Эрлик Номинхана, да, по-калмыцки. Вот. И этот Эрлик Номинхан, у него есть весы, на которых он взвешивает твои деяния. То есть там одна чашка весов – это твои белые камни, на него ложит он, это твои благие поступки. И на черные весы, на черную, как бы, вот эту чашку он ложит черные камни, которые символизируют твои плохие поступки в течение жизни, да, негативные. Вот, и какая чашка перевесит, в соответствии с этим ты, как бы, получаешь новое рождение. А если ты что-то пытаешься скрыть, у него есть там книга такая волшебная, якобы, в которой он может посмотреть подробно твои деяния, твои мысли в определенный, в любой момент твоей жизни, то есть как ты думал, как твоя мотивация была и так далее. То есть от него невозможно ничего скрыть. Вот. И вот он определяет твое новое рождение. И здесь и в этой истории идет речь как раз про этого охотника, который убивал очень много живых существ, мучил, истязал их, их мясо употреблял в пищу. Вот. И после смерти он переродился, ну, как попал вот как раз на суд Ямараджи. И вот Ямараджа ему стал у него спрашивать, что ты, как бы, что ты делал благое в жизни, да? А он не может вспомнить, он очень испугался. Вот, и его чуть по ошибке не отправили в ад, но так как у него карма была благая, появился в этом мире Нюдер-Юзукчи, да? Нюдер-Юзукчи, это Алактешвара, то есть проявление Алактешвары, вот, Бодхисаттва Алактешвары, да? Вот, и он, Нюдер-Юзукчи, это по-калмыцки, да? Вот, это... Как бы Алакшвара, у него очень много эманаций в разных мирах, он помогает живым существам в разных формах, да, и вот он проявился в этом аду и напомнил этому как бы охотнику, что кто переписывал Аджасидику, тот, как бы, со мной из этих адов уходит, с этим бодхисаттвой, да. Вот, и он тогда вспомнил тоже, что он переписывал. И вот благодаря этому он спасся, как бы, да, благодаря этому спасся, он снова вернули его на суд. И Эрлик Номинхан сказал, почему ты не сказал сразу, что ты это переписывал с утру. Вот. И это такая большая заслуга, что я не могу тебя теперь в ад отправить, да? Вот. А те живые существа, которых он мучил в течение жизни, там, да, эти животные, они стали возмущаться. Почему? Он же нас убивал, он нас там терзал в ловушках, он ловушки нас ставил и так далее. Как можно его отпустить? А Номинхан им говорит, то есть Эрлик Номинхан, говорит, у него такие заслуги, что он переписал одну единожды этого джатедику, алмазную сутру, да, что она перевешивает эту заслугу, все эти злодеяния, которые он делал по отношению к вам. И они не верят ему. И тогда он говорит, смотрите, он взял этого джатедику, там у него волшебный сундук есть, ларец, да, из которого вынул этот текст этого джатедики, который переписал этот человек, подписанный им. Вот, положил на одну чашку весов, на другую чашку взвалил всех этих животных, которых в течение жизни он убивал. Вот, и эта разведка перевесила, как бы, да. И вот о чем это говорит. То есть вот такая заслуга огромная, что она перевешивает даже такие злодеяния, которые он делал в течение жизни. Вот, и после этого он его, как бы, отпускает. Ну, это я пересказываю, я дословно там уже не помню этот текст, да. Вот, он отпустил его в мир людей, там есть дорога такая специальная. Он говорит, иди в мир людей и рассказывай всем о пользе ваджасидики. Вот, и этот человек, он, как бы, снова вернулся в мир людей. И там по дороге встретил даже хана, там, своего местного, которого тоже тащили в ад. Вот, и этот хан попросил ему передать там в мир людей своим родственникам, чтобы они читали или переписывали ваджасидику для него. И благодаря чему он тоже смог освободиться. И вот этот вот ритуал, вот эта история как раз, она очень, видимо, основа служит вот этих ритуалов. То есть часто... Я советую обычным людям, если у кого-то родственник умер, там, или там близкий человек, да, читать для него